сформирована юношеская сборная Югры по тхэквондо. Первенство округа прошло в сургутском спорткомплексе «Геолог». На него собрались около 100 ведущих бойцов из Нижневартовска, Лентора, Нижнего Сарты, Малангипаса и Пытьяха. Помимо наград, спортсмены разыграли и заветные путевки на первенство России, которое пройдет этим летом в Нальчике, так как на турнире формировалась и сборная Ханты-Мансийского автономного округа. По словам экспертов, основу команды Югры составят представители ведущих школ. Нижневартовск, сильная команда, и Сургутский район, и Сургут. Это, в принципе, отбор на Россию, а потом отбор на Европу, поэтому тут, в принципе, уже они достаточно серьезные люди.